С каждым днем автолюбителей на дороге становится все больше. Несколько машин в семье – это обычная практика для жителей современного города. Большая загруженность трассы приводит к многокилометровым заторам. Многие вопросы, требующие быстрого ответа, водители пытаются решить во время движения. Такая разминка для мозга заканчивается порой печальными последствиями. Как только человек отвлекается от дороги, есть вероятность и шанс, что он может попасть в ДТП. Как в мелкое ДТП, где пострадают только транспортные средства, ну, также и в тяжелое, где могут пострадать и люди. Опытные водители знают, как важна концентрация на дороге. Не случайно в обиход автолюбителей прочно вошла поговорка «не ты, так тебя». Как бы неаккуратно и по всем правилам ты не передвигался, любой участник дорожного движения может нарушить этот процесс. Каждый третий водитель находится за рулем и разговаривает по мобильному телефону во время движения транспортного средства. Наказание предусмотрено административным кодексом Российской Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. В ходе проведения профилактического рейда инспекторы ГИБДД доходчиво объяснили водителям, почему нельзя пользоваться любыми современными мобильными устройствами во время движения или маневрирования. Оказывается, отвлечение на одну секунду за рулем при скорости 60 км в час – это 16 метров езды вслепую. За рулем по телефону не разговариваю. Если необходимость возникла, то останавливаюсь и провожу разговор. Современные автомагистрали – это далеко не самое удобное место, где можно позволить себе отвлечься даже на мгновение. Слишком дорогой ценой будет оплачен этот миг не только для нарушителя, но и для всех участников дорожного движения. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».